Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Джека Фрост. Это просто Джек Фрост. Всем здравствуйте. Итак, мы покупаем все-таки грузовик, как я и обещал. Вот покупка грузовика, соответственно. Приобрести. Покупаем и. Или даже сказать, приобретаем КамАЗ-5460. Заменяет машину марки DAF. Так, посидит салон. Вот единственная особенность, пока у вас 2-3 форы, вы не можете покупать онлайн. То есть у вас хотя бы автопарк должен быть. Но нас это не останавливает. Мы вот нас перестался салон, потому что груза у нас нет. Идем даже порожняком не едем. Ну ладно. Смысл в чем? Мы в автосалоне. Так вот, соответственно, наш КамАЗик. Наш КамАЗ. Так, тут можно пощелкать, изменить конфигурацию. Просто чтобы давать. Так, ладно, кузов. Такой шасси. Шасси можно сразу увеличить. И ты сразу уже 151, но у нас денег нету. Очень проблема. Ладно. Поначалу можно перевозить и легкие грузы. Дифференции. Здесь пока можно все оставить столько. Интерьер тут не меняется. Покраску можно, соответственно, выбрать другую. Можно за 2600 вот так вот перекрасить. Можно любой цвет ему придать. Так, тут можно сделать свой колхоз, что называется. Здесь есть два типа навигатора. Это вот. Вот такой вот можно установить навигатор. Это самое интересное, вот, когда я смотрел, сейчас антирадар даже есть, с ума сойти. Ну, не знаю, рабочий или не рабочий. Можно, кстати, проверить. Вот можно еще один установить. В принципе, это можно убрать. Так, на приборной панели. 1 евро, 2 точки, нормально. Тут, как говорится, за все деньги берут. Так, что мы можем установить? Давайте вот эту. Вот это вот установим. Положим. На консоли обычно лежит кошелек, ну чтобы там. Не, я представляю, это же на бутерброд уже да. Не, ну кто-то, знаете. И есть такой момент, что режим питания нарушать нельзя. Прям не отходя от рулежки. Тут можно также ноутбук поставить. Это дорогое удовольствие. Можно даже сумку. Ну тут, знаете, вот женский вариант, где. Опаньки, а это что такое? Вот это интересно. Женский вариант здесь. Для девушки дальнобойщика. Здесь, соответственно, можно
установить одеяло, сделать нормальную кровать за 100 евро. На линолеуме спать нормально, нормально. Ну, вот так вот сделаем. Так, вот здесь вот. Понятно. Ну, второе сиденье оставим, потому что мы как бы у КамАЗа на самом деле два сиденья было. Так, что тут еще есть? Ковер, ковер. А, мишка лесу нормально. Так, вот это вот идеальная вещь. Ладно. Основные зеркала. Так, вот это вот. Тут можно штору установить. Да не, блин, ну... Мне не нравится. Как бы так. Тут можно колхозить, убить, как угодно. Так, здесь шторы. Можно такую вот синюю установить. Висячие предметы. Можно. Так, шторы посмотрим, давайте КамАЗ. КамАЗ. Не, ну тут я говорю, для разных людей, разного пола и разного цвета. Ну можно вот так вот креативить, ну понимаете, мне не всегда нравится этот колхоз, что... Я уберу. Мне нравится, когда оригинальный, как бы, GPS. А, минутку. То есть тут можно еще GPS установить. Ну и нахрена. И вот еще одна тема, видеорегистратор. Так, тут висюльки. Тут номер. Бортовой компьютер, нормально. Не, ну это уже... Как бы для элиты на самом деле, потому что... В реале бортовых компьютеров вообще не было.
Вот он, металлик. Вот как раз. Так, вот так вот. Тут можно лампочек понавешать, но я не знаю, честно говоря. Тут также можно шины поостанавливать, класс D. Да, в принципе, меня все устраивает, ладно. Давай принять. Не, ну просто понимаете, тут... И тут... Механика драйвер. Можно покопаться. На 120 тысяч. Ну да, хочу, конечно. Так, теперь нам надо выбрать гараж. Так, у нас есть как бы два варианта. Как бы от базы стартануть. Ну, давайте как бы вот отсюда стартанем. Не знаю, блин. А тут слотов-то нет ведь. Ты что, мы стартануть не получится, там слотов. Нету. Гараж, город Орел, ладно, окей. Ну, можно сейчас прокатиться куда-нибудь. Ну, в целом, да, соответственно. Совсем старым наш КамАЗ показывает. Ну, это как бы вот. Это оригинальный. Ну, я говорю, тут... Блин... Не, ну, тут, скорее всего, не сделали ремень безопасности, но все равно, как бы так... Может быть, моделька немножко другая, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, сейчас попробуем завести. Если что, тут для особо инициативных есть овердрафт, например, когда вы все оттянули. Магазин на бренде. Так, меня не устраивает, что вот это вот.
Да ты чё? Краска, ну нормально. Недоплатиковая. Пара. Ну тут как бы максимально можно делать, ладно. Короче говоря, не будем тут. Ну вот такой вот КамАЗ, друзья мои. В следующем выпуске мы обязательно отправимся в поездку. Но пока что на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать новые серии от меня. С вами был Жик Рост. Всем пока-пока.